Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Подяка за працу. 7 жыхароў Гомельской области удостоены ганаровага звання «Чалавек года». Накрыла ліўнем. Карыстальнікі социальных сетак делятся фото с затопленных городских вуліц. Калі дождь не перашкода. В Рагачоўскім районе открылся международный дитячий лагерь «Миру и дружбы» «Крынічка». По Ускому великий спорт. У Мазыры провели забег у ползунках. А зараз об гэтым меньшим больше подробязна. Тем же жыхароў Гомельской области удостоены ганаровага звання «Чалавек года» по выніках работы у 2017-м. Лаўрэатаў ушановывали по часу урачыстага сходу, присвеченного Дню Незалежности. Мероприемство наведали наши корреспонденты. Гэта было ўпершыню. Напередадні Дня Незалежнасці ў кожным районе Гомельской области выбирали свои бренды. Даволі хутка высветлілася, прэтэндэнтаў на гэтае званне шмат. Падчас урачыстага сходу прадстаўнікі районаў расказваюць аб выніках. У Брагіне палічылі, што на станоўчы імідж рэгіёна паўплывае метэарыт, які захоўваецца ў мясцовым музеі. У Гомелі брэндамі назвалі палацава-паркавы ансамбль і эканамічны форум. У Будакашалёўскім районе свістулькі, у Ельскім фестываль «Грай гармонік», у Добрускім беларускі фарфор. Жыхарам в области сапраўды ёсць чым ганарыцца. Прычым тычыцца гэта не толькі помнікаў і вырабаў. Бадай цэнтральная падзея урачыстага сходу – уручэнне дыплому «Чалавек года». По представлениям трудовых коллективов в районах было очень много достойных кандидатур. Скажем, в номинации «Мастер» было заявлено почти 19 кандидатур. Поэтому каждый район… Многие предприятия считают, что их руководитель, он же и лидер, и мастер. 7 номинаций и отповедная колькость пераможцев, которые представляют бадай усе сферы. Оператор машинного доения, директор предприемства по ремонте и вытворчести сельскохозяйственной техники, выхователь дошкольного центра развития детяти, навученка в училище Олимпийского резерву и керавник дома будаўнічага комбината. Сегодня мы работаем в Гомеле, в Бобруйске, в Минске, в Курске, в Калуге. Ну, планы намечены в Украине поработать и занимаемся Прибалтикой. Специальная узнагорода аблвыканкама с 2009-го штогод уручается за заслуги у профессийной и громадской деятельности. За гэты час ей атрымали больше, как 60 жыхароў региона. Кожный из них – приклад добросумленного служения айчыне. Номинация, у якой перамог начальник управления внутренних справ гомельского аблвыканкама Владимир Захарчук, так, до речи, и называется – «Служу айчыне». Ну, наверное, когда зрелость пришла, когда закончил школу, вот тогда какие-то появились желания приносить пользу. И с того времени я ни одного дня не жалею, когда я заступил на служение Отечеству. И больше 36 лет отдал служение нашему родной Беларуси, нашему Отечеству. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Раритетные автомобили, сучасные байки и подарунки. Напередодні Дня Незалежности гомельские энергетики провели традиционный автопробег. На гэты раз яны наведали Веткаўскі, Добрушскі районы. У подорожье отправился и наш корреспондент Максим Савин. Стартовала автоколона с площади Ленина у Гомеля. Курс узяли на Веткаўскі, Добрушскі районы. Менавіта гэтыя кутки Гомельской области выбраны не выпадково. Сёлета районы отзначают знаковую дату 75-годзе вызвалення от фашистских захопников. До этой подеи, так само надыходящего Дня Незалежности, и примерковали гомельские энергетики традиционный ретро-аутопробег. Дяды и прадеды по автомобильных мерках упэўнена пераодольвали километр за километром, амаль 100-километрового маршруту. За абавязковымі прыпынками для кожного монумента и помника удельникам и ахвярам Великой Айчыннай войны. До монумента складали кветки и вянки. Обовязковый пункт программы ретро-пробегу – уручение подарунка у дитячим установам. Так, у Веткаўскім центре творчества детей и молоди з'явились новые швейные машины. На средняя школа номер один отрымала кабинет энергобеспеки. Это оборудованные стенды, это оборудованное специальное оборудование, которое будут нам буквально подсказкой во всем и методическим обучением по энергобезопасности. Это как неотъемлемая часть охраны труда. Выхованцы Добрушского районного центра додатковой адукации не раз займали призовые месцы, нават перемагали у республиканских спаборництвах по мотошматборьям. Каб коллекция узнагород и кубка уросла, для их у подарунок от гомельских энергетиков новый мотоцикл. Мы гости сегодня, а в гости с пустыми руками не ездят. Конечно, мы всегда и сегодня
То же самое мы детишкам дарим обязательно подарки. Мы никогда не оставляли без внимания наши детские учреждения. Детские школы, школы-интернаты, садики, дома творчества, там, где занимаются дети и молодежь. Сёлетний ретро-аутопробег сёмы по лику и далёко не апошний. Мэты, якія гэтае мерапрыемства пераследуе, на гэта захаванне памяці аб падзеях і героях Вялікай Айчыннай вайны. Патрыятычнае выхаванне моладзі ніколі не страціць сваёй актуальнасці. Я думаю, што у каждого живущего в Беларусі іх дедушкі, бабушкі принимали участие в военных действиях, принимали участие в войне, самой тяжёлой для нас. И для нас очень важно, чтобы их память никуда не исчезала. И чтобы через нас, через наше желание показать это, через эти единицы техники, транспорт этот, через эту форму тех людей, которые принимают движение в патриотических клубах, чтобы люди это все чувствовали, и это передавалось настроение не только нам, но и им. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский и Добрушский районы. По традиции, напередодні Дня Незалежності представники гомельской молоді собрались ля помника комсомольцам-подпольщикам. С привітальним словом до присутніх звернувся Ростислав Тимофенко, син одного з організаторів і керівників гомельського подполля у ходи війни – Романа Тимофенки. Ім'я героя носить одна з вулиць обласного центра. Ростислав Романович поділився з молоддю особистими ураженнями воєнних годів. У 1941 році йому сповнилося 12. Після размовы удельники митингу склали кветки до помника и ушановали память загинувших у Великой Айчинной войне хвилиной молчания. Очень отрадно, что наша молодежь не забывает о наших дедах и прадедах. И, конечно же, наверное, одна из самых, наверное, главных направлений деятельности всего Белорусского республиканского союза молодежи как раз-таки патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И, конечно же, мы будем прилагать все усилия, чтобы память о тех подвигах той великой, но очень страшной войны передавалась из поколения в поколение и не забывалась никогда. Урочистый митинг – знак подяки молодого поколения своим одногодкам, которые назавжди застались юнаками и девчатами. Героями, чьи годы життя не набрали и двух десятков. Протягиваем выпуск. У Гомеля отбылось первое посяджение Припятского бассейнового совета. На им представили план керования бассейном реки Припять, а так само окреслили задачи на будущее. У 2003 году Беларусь долучилась до конвенции по международных водотоках. Она предугледжвая бассейновый принцип керования водными ресурсами. У 2015 году у нашей краине был принят новый водный кодекс, который дозволил створение бассейновых советов. Такий способ керования використовується у Європейському Союзі і предугледжує випрацовку одиних для певного водотоку мір по його використанні і захаванні. У состав басейнових советов уваходять усі зацікавлені баки – улада, науковці і громадськість. Їх рішення поки мають рекомендаційний характер і будуть улічуватися при розпрацовці програм по використанні і обороні водних ресурсів. Не виключено, що у будучому басейновий тип керування, як найбільш ефективний, замінить адміністративно-територіальний, який зараз використовується у Білорусі. Бассейнове управління, воно дозволяє сформувати проблеми, які є по всьому басейну ріки, і, відповідно, вирішувати їх по басейну, а не по якимось окремим адміністративно-територіальним єдиницям, по районам, по областям. У Беларусі зараз уже діяють три басейнові совети – Прип'ятські, Дняпровські і Заходні Бугські. Жыхары Гомельской области делятся у социальных сетках фото и видео затопленных улиц. Так, у вынику мощных дождей у Брагине за сутки выпала треть месячной нормы опадков. По поведомлениях гомельчан, на некоторых улицах областного центра узровень воды досягал полметра. Как бачно, на одном из фото вода навод затекала у салоны автобусов. На завтра за дождю у Беларуси объявлены оранжевый узровень небеспеки. У многих районах опадки будут протяглыми и моцнымі. Магчымы навальніцы. Вецер паўночны, паўночна-заходні, парывісты. Тэмпература паветра ў начы складзе да 11, у дзень каля 15 градусаў.
Дождь не сапсовал настрой удельникам международного дитячего лагеря «Миру и дружбы» «Крынічка». Сегодня в Рогачевском районе он открыл 26-ю змену, присвеченную году малой родимы. У лагеря на Малявничем березе озера с символичной назвой «Доброе» собрались школьники из Беларуси, России и Украины. На протягу тыдня удельников чекая насыщенная спортивная и культурная программа. Вероника Ворошилина расскажет больше подробно. Международный дитячий лагерь «Миру и дружбы» «Крынічка» является своеобразной визитной карткой областного отделения Белорусского фонда «Миру» Рогачевского района и в целом Гомельской области. Каждое лето на Малявничем березе в озере он гостинно сустракая своих сябров, подлетков с Беларуси и приграничных держав. Что год меняется тематика лагеря, але незменным застается его девиз «У имя миру, дружбы и добра». Все для того, как стерти национальные мовные дрознини помеж удельниками и умацовать непорушные славянские сувязи. Программа такая, прежде всего, направлена на то, чтобы мы укрепили дружбу между молодежью. Потому что есть такое, изречение, что молодежь или дети – лучшие посланцы мира. Так вот, мы прежде всего через дружбу, которую у них здесь устанавливают, мы хотим именно, чтобы они были миротворцами, чтобы они пропагандировали именно нашу Республику Беларусь как республику миролюбивую, как республику трудолюбивую и так далее, и так далее. Неглядяще на дождливое надворье, церемония открытия крынички отрымалась яркой и видовищной. Она началась из урочистого шестя команд удельниц. Затем по чарзе под звуки державных гимнов у неба гордо узнялись стяги трех славянских народов. Все лето международный дитячий лагерь «Миру и дружбы» «Крынічка» объединил 30 отрядов. 21 с Беларуси, 8 с России и 1 с Украины. Замежные гости приехали из Санкт-Петербурга, Курска, Смоленска, Орла, городов Московской, Брянской и Житомирской областей. Усяго на Рогачевскую землю съехалось около 250 подлетков, творших, идейных, спортивных, открытых до познания и сустречи новых сябров. Я ехал с большим удовольствием, мне было очень интересно. Для меня это первый опыт. Все ребята здесь хорошие, добрые, отзывчивые, делятся своими впечатлениями. Надеюсь, мне тут очень понравится. Международный дитячий лагерь «Миру и дружбы» «Крынічка» мае еще и працоўный аспект. Комфортное спальное место подлеткам заменяет палатка, а в якости кухни – вогнища и железный посуд. Под наглядом старейших наставников дети учатся готовить ежу, колоть дровы и самостоятельно вести свой полевый побыт. За 7 дней лагеря это место для многих становится не просто пляцовкой для отпочинку, а и соправдной школы життя. Удельники сходятся у меркования «Крынічка» – цікавый и корыстный для каждого опыт. А приехавший сюда одной, чи обовязково захочется вернуться знов. Первое чувство ностальгии, когда мы въехали, сразу вспомнили эти прекрасные моменты, когда все разом вокруг костра сидим, поем непередаваемые чувства. Я не пожалела, что снова сюда приехала, и, несмотря на плохую погоду, я только рада, что нахожусь сейчас, на этот момент, именно тут. На протягу тыдня удельников «Крынічки» чакая насыщенная спортивная и культурная программа, фестивали творчества и святы национальных культур, спортивные споборництвы, интеллектуальные конкурсы, экологичные акции и миротворческие встречи. У День независимости Республики Беларусь дети примут удел во урочистых мероприятиях у Рогачеве. У опошний день лагеря 7 липня девчата и юнаки обменяются адресами и телефонами, сфотографуются на память и развитаются уже с оправданными сябрами. Яны отправятся до дому с надеей, у наступном годе обовязково вернуться снова на ветливую гостиную Рогачевскую землю. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Рогачевского района. У Гомеля прошел областный этап конкурса «Лепший начальник дежурной змены подразделения по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь». У споборництве удельничали 25 пераможцев районных этапов. Что год таким чином оценивается узровень профессийной подрыхтовки вратовальников, якія до усяго яшчэ и керуют особовым составом подчас ликвидации надзвычайных ситуаций. Подробязнее далее в сюжете. Каб прэтэндаваць на званне лепшага начальніка дзяжурнай змены Гомельскай вобласці, выратавальнікам неабходна паспяхова пераадолець 6 разнапланавых этапаў. Першы – самы відовішны. У ім конкурсанты дэманструюць здольнасці падчас аварыйна-выратавальных работ на вышыні. Вядома, кожны стараецца паказаць свой максімум. Аднак тут немалаважную ролю іграе вопыт, як прафесійны, так і спартыўны. У лідарах звычайна выратавальнікі, якія ўдзельнічаюць у конкурсах, не першы і не другі год. Все участнікі должны паказаць лучшыя свае навыкі і
то мастерство, которое они приобрели за год. Многие, конечно, соревновались и в прошлом году. Есть участники, которые уже 6-й, 7-й год подряд участвуют. Как правило, это обычно же они и призеры, и чемпионы, потому что с каждым годом ты набираешь все больше опыта, и что помогает тебе в дальнейшем в остальных соревнованиях. Комплексное компьютерное тестирование потребует грунтовных ведов и максимальной сконцентрованности. Практичное задание, полной физической отдачи, умение працевать со спецобсталеванием и оказывать первую допомогу потерпелым у разных надзвичайных ситуациях. Проявить себе может каждый из конкурсантов, перемогчи только один. И до всего он повинен володать лидерскими якостями. Лучший начальник дежурной смены должен быть, наверное, справедливым в первую очередь, уметь постоять за себя и за коллектив. И принимать решения, оперативно среагировать, поставить четкие задачи и добиться их выполнения. Кирилл Пинчук по выниках областного этапа конкурсу завоевал первое место. На другой приступце пьедестала начальник каравула пожарной аварийно-выратовальной части номер 9 Гомельского городского отдела по надзвичайных ситуациях Станислав Селивончик. Бронза у его коллеги из Гомельской ПВЧ номер 8 Виктора Аніськова. Менавіта яны представить нашу область на республиканских споборництвах. До речи, у минулом годе выратовальники Гомельского региона по выниках командного залику завоевали золото. Евгения Кухарона, Кігар Марищенко, телерадио компания Гомель. Музыканты гомельских городских оркестров вырашили погрузить своих слухачов у легкую и веселую джазовую атмосферу. У Абладрам-театры разгорнулось соправдное свято музыки и живого диалогу с глядачами. Концерт под назвой «Летний джаз» объединял майстров виртуозной инструментальной игры и вокалу. Дирижеры ведущие, лауреат международных конкурсов, стипендиат Фонду президента Республики Беларусь по поддержке талановитой молоди Максим Расоха. У выполнении музыкантов гомельских городских оркестров прогучали джазовые композиции, у которых переплялись запальные ритмы и мелодии разных краин света. Переважно энергичная летняя музыка, просвеченная туристическим подорожьем и морским курортом. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Не тебе морской мандрал уделал, и пока чурубить. Концертная программа отбылась в рамках проекта «Гомель у ритме джазу». Он завершится 16 вересня совместным выступлением музыкантов гомельских городских оркестров с легендарным джазменом и сусветно ведомым саксофонистом Игорем Бутманом. К нам приезжает легендарный народный артист России Игорь Бутман. И с концертным оркестром даст единственный в Беларуси концерт. На самом деле это, я считаю, сенсация. И приглашаю всех на это мероприятие. Мы за год немножечко воспитали публику, показали, что джаз есть, что он хороший, что он качественный, что он интересный. И полные залы об этом говорят, о том, что это людям нравится и о том, что гомельская публика готова к такой музыке. Паўскому вялікі спорт. У Мазыры правялі забег у паўзунках. Каля 50 малых спрачаліся за перамогу на радасць бацькам і журы. У выніку прызы, дыпломы і глядацкія авацыі атрымалі ўсе ўдзельнікі пацешнага спаборніцтва. Волейболистка Катерина Конопліч ведая, спорт у житті повинен присутничать с дятинством. Ее дачце Даши еще нема года, але дзяўчынка не только наведывая матчи с уделом мати, але и сама ставить первые спортивные рекорды. На черговом забегу малую признали соправдным чемпионом. Мы пришли просто поучаствовать. Для нее это первое соревнование. Вообще у нас семья спортивная. Вчера я была с ней на своих соревнованиях в Речице. Поэтому для нас как бы это важно. Забег паўзункоў, хадункоў и бегункоў можно смело назвать самым позитивным проектом профсоюзной организации Мазырского нафтоперапрацоўчага завода. Уже у четвертый раз у залах спортивно-техничного клуба «Старт» спаборничают малые во возрасте от нескольких месяцев до 2-3 годов. На самом деле мероприятие, которое вызывает интерес у родителей, у детей. Несмотря на дождливую погоду, у нас сегодня было много участников. Четвертый раз мы проводим такое мероприятие, которое вызывает улыбки, восторг, веселье. Дети ползут, бегают, ходят и, конечно же, получают призы. Клопотливые батьки, бабули и дядули подтримливали детей от старту до финишу. Передуливать дистанцию допомагали любимые цацки, гаджеты и присмаки. Нельга было паусти, переходить або перебегать за руку с дорослыми. А перемогу часом забеспечивали десятые доли секунды. Побежала это да. Побежала. Понравилось тебе, Вика? Скажи, очень.
проводить еще. Мы будем приходить, да? Немножко настрою нашей спортсменки немножко. Она надеялась на солнышко, да. На тепло, а тут как бы дождь. Ну ничего страшного, скажи, да? Главное – участие. Вот, поучаствовали. Может, еще и на следующий год мы тоже, скажи, попадем. А еще до того, как у нас не было ребенка, я знала, что проводятся такие соревнования. И мне они всегда нравились. Очень супер настроены только на победу. У дитячим забегу можно было знайсти новых сябров, те, как маленькая Виктория, зарабить первые в житті кроки. Выдатный настрой, смех и веселость сопровождали все мероприемство. А подарунки отримал каждый его удельник. Ганна Каральчук, Олеся Рудянкова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазир». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага, да новых сустрэч у эфіры.